Привет. Ух, извините. Всем привет еще раз. Продолжаем проходить адвенчу про космос, про американца на непонятной планете. С поиском девчушки, с поиском истины, в общем, как-то так. Извините, еще не проснулся. Сегодня что-то я проснулся слишком рано. 5:30, поэтому решил, что займусь-ка я пока прохождением. Так. Меня немного отбросило назад, поэтому опять я буду сейчас прыгать через эти гейзеры. Буду материться, потому что это хрень какая-то собачья, честно говоря. Ну, что ты? Да как так-то? Фу, слава. Я бы не вытерпел второго подхода. Так, ну что-нибудь тут есть интересненькое. Просто как-то странно. А, не, нормально. Я как это подписан на несколько игровых каналов и так как я, в общем-то, только-только начал этим сам заниматься, я иногда очень удивляюсь, как люди быстро выкидывают видео в сеть. Потому что у меня получается, я стараюсь записывать на максимальном качестве картинку. У меня получается 40-минутное видео около 7 гигабайт. Потом я его сжимаю. Примерно до того качества, которое сжимает сам YouTube. У меня получается около 1,5 гигабайт. Но, во-первых, чтобы сжать все это дело, я трачу 1-1.5 часа. Потом я примерно столько же трачу на то, чтобы все это дело залить. Вот. И честно говоря, 2 часа это много, мне так кажется. Правда, с учетом того, что у меня еще компьютер сосранец такой вытворяет. Он берет и перезапускается сам по себе. Поэтому, возможно, когда я его немножко починю, это будет не так странно казаться, так быстро выкладывать серии. Потому что реально бывает, что просыпаюсь с утра, и опа, 2 серии. И в этот момент я начинаю опаздывать на работу. Но бывает. Вот. Так. Игрушка, конечно, это не очень насыщенная на какие-то события. То есть мы по большей части постоянно прыгаем. Так. А, интересно, если я... Не такой уж и горячий источник, да? Но... Конечно, с одной стороны, это печалит, что в игре не так много событий. С другой стороны, может быть, даже и радует, потому что постоянно приходится прыгать через каких-то гадов, которые только пытаются сожрать тебя. Даже, в общем, и не знаю, что лучше. Ты вообще такие ненасытные. Буквально в воскресенье была неплохая погода, а потом... скафандр промыть. А потом я сказал, что слишком жарко, и на тебе опять понятно что. И чё, куда? Хрень.
Понятно, что нам надо туда. Другой вопрос, как нам это сделать? А вот камушек. Тю, тю. Интересно, он полетит? А, вот она фишка-то. Видите, мы забили одну дырку, и тот гейзер стал больше. Ну, давайте забьем второй гейзер. Может быть, он еще больше будет. Ну, сможем улететь с этой планеты на гейзере. Ну давай, толкай, ну что ты? Как баба-то вообще? Тоже мне. Я, по-моему, так же, да? Ну ладно. Так, начинается. Да, как так-то? Да, уприна! Бляха-муха. Да, давно я, видимо, не был. Да. Не был в аквапарке такого... Такой ахинеи у меня не было. О, господи. Так. Что-то девчушка пропала. Не видать ее. Она нам вроде давала советы какие-то, теперь ее нету. О. Ё-моё, это что такое? То мне что-то плохо. Буря, видимо. О, вулкан. Что-то тут какая-то задница вообще. Инферно. Там было. Мне, видимо, показалось, что там это станция с воздухом. Воу-воу-воу. А, нет. Дом какой-то. Так, ну до туда я не допрыгну, насколько я знаю. Все-таки сюда. Да. Не зря. Не зря. Так. Конечно, можно было бы поискать всякие эти скриптики, которые отвечают за... бесконечное топливо. С другой стороны. По крайней мере, сухое и теплое. Да, мужик. Ну тогда было бы неинтересно, в общем, проходить. Обсидиан. Удивительного найти. Вулканическое стекло. Я понимаю, если бы это было бы какое-то такой материал, который есть только у нас на Земле, ввиду наличия определенного элемента и тому подобное. А тут-то получается, что чуть не прилетел. Что, в общем-то, у нас... Как это? Вулканы-то, они есть везде. Тем более, там, я не помню, на Марсе, по-моему, есть вулканы. Там вот этот... гора Олимп, что ли, называется. Самый большой вулкан
Потому что он что-то сколько там километров, чуть ли не сот километров в высоту. И что дальше? Что-то мне кажется, я не туда. Ребята, вы идите куда-нибудь? Как мы сделали круг? Туда можно? Можно. Ну, мы, по-моему, сделали круг, нет? Хрень какая. Возможно, нам туда. Ну, давайте попробуем туда. Ну, по-моему, мы тут были. Лен. Хоть знать бы, куда идти. А, он туда, я понял. И тут кончается топливо. Это было бы просто прекрасно. А, вчера в Твиттере прочитал, что какой-то нехороший дяденька. Эй-эй-эй. Как? И как тогда? Какой-то нехороший дяденька, придумавший головоломку Феза, сказал, что ему не нравится, что игры, демонстрирующиеся в YouTube в качестве прохождения, выложены и... Как это? Как это? И монетизированы. То есть, типа, это нарушает его авторское право получать... доход ну с этой игры. Объясняю это тем, что это то же самое, типа, если мы купим фильм, да, и будем его демонстрировать. И чё? Ну вот. Как бы, а, появилось. Вот. Его, конечно, там в этом же Твиттере затроллили. Причем так мамой просто не балуй. Вот. А, я понял. Ну, блин. Так, смотрите, двигаем два камня. Видимо, там должна появиться фигня эта. Она спилит палку. Ага. Теперь, я как понимаю, нам надо эту фигню просто двинуть как-то. Ну ладно. Попробуем просто перепрыгнуть. Его вот по этому поводу затроллили. Он сначала просто закрыл аккаунт. А потом он его удалил в Твиттере. То есть, представляете, как его задолбали, видимо, подписчики. Честно говоря, такие мысли о том, что нельзя играть
в игры и выкладывать их в YouTube, я уже слышал и от других разработчиков и игр, и, по-моему, даже самого YouTube еще год назад о том, что это все-таки какое-то пиратство. Ну, ребят, я... О, что это с тобой? Помоги, подними. Помоги, подними. Наверх. Ой, что-то они зря сюда эту мелодию вставили. Она вообще не в тему. Вот. Собственно, надо тогда запретить, знаете, эти всякие блоги, которые рассказывают о... как это? О косметике. Почему? Почему я, в общем-то, сравниваю с этим? Ну, смотрите. Человек покупает косметику. Там, мужскую, женскую, я видел блоги с мужской косметикой, поэтому чего уж. Вот. Покупают косметику, а потом ее показывают, как она наносится и как она, в общем-то, выглядит на другом человеке. То есть, в принципе, таким образом косметические компании могут потерять возможную выгоду за продажу невостребованного товара. То есть можно такое тогда еще поставить, такой запрет. Что еще? Какие возможны? Есть у нас всякие лайв-каналы, да, где люди рассказывают о том, куда они ездят, на чем они ездят, да, тоже надо запретить, потому что... Да-да, молодец. Потому что... Как это, если он ездит там, допустим, на Harley Davidson, это, во-первых, реклама Harley Davidson, во-вторых, это практически симуляция езды на Harley Davidson, то есть я не купил его и бесплатно смотрю в Ютубе, как на нем катаются, особенно если показывают, как его заводить, то есть это стопроцентная симуляция игры, симуляция катания на Харлее. Плюс, если я еду по какому-то автобану, то по идее, так, сейчас посмотрим, раз я еду по автобану на, так сказать, практически своем Харлее Дэвидсоне, я должен заплатить за этот автобан, там сколько, 100 баксов, или сколько они там платят, я не знаю, 20 центов. И вот, после этого, после того, как мы приехали, если мы посещаем какие-то музеи, мы тоже за него должны заплатить, потому что мы же видим, что там происходит. Это с учетом того, что в большинстве музеев, где ты снимаешь на видео или на фото, ты дополнительно платишь, да? Вот. Такая же ситуация. So, that explains how she's able to breathe the atmosphere. Вот, то есть, в принципе, YouTube надо запретить. Я не знаю, что будет на нем, с учетом того, что мы наглейшим образом нарушаем авторские и патентные, что самое главное, права. Потому что... О, еще одна фигня. Ну, интересно, чем она питается. Вот, то есть, если у нас веб-камеры ловят там, я не знаю, нас и еще там... наш стол там и так далее, нарушает патентные права по для стола, то есть, ну, в общем-то, как бы вот так вот. Кроме того, надо было самому этому человеку написать о том, что он того, в общем-то, и сам нарушает авторские права, и я думаю, это легко было бы доказать, потому что в современном мире, да, новую идею предложить практически невозможно. Во всех вот этих... Так. Во всех этих...
они называются-то? Играх, да, и тому подобное, в принципе, должна заключаться какая-то новизна. Но, в принципе, ну, нигде ее нету. В этом, например, космическом экшене, да, который, в общем-то, мы сейчас проходим. Бегай и решай головоломки какие-то, ну, определенные головоломки. Самые простые, да, вот, найти подход туда. И камень еще как-то туда, я насколько понимаю, пронести. Хотя, по-моему, вон он лежит там. Нет, там камней нет. Вон они лежат рядышком. Вот. То есть своеобразная вот она головоломка. Надо как-то туда подняться. Камни, что ли, друг на друга поставить. Фиг узнает. Так, она там остановилась. Не, вот. Просто так не запрыгнуть. То есть... Может быть, вот эти вот планеты, может быть, она придумана. А все остальное, в принципе, то, что мы бегаем. По-моему, даже захват русскими другой планеты через портал уже было где-то. Если не в Star Trek, так уж где-то точно было. А, что еще? Ну, перепрыгай... Перепрыгивать живых растений друг на дружку тоже было, я помню, это было в Реймане Origins, там еще где-то было это. Вот, поэтому, как бы, все могут друг на друга это, вешать авторские, как это, взносы, чтобы они их передавали. И, типа, как это... Отчисления требовать. Так, что-то я заговорился и все никак не могу решить вопрос, как же туда допрыгнуть. Соберу коня, открывается. Помнится, здесь раньше был портал. Ну, судя по камням. Нам надо как-то туда запрыгнуть. По идее, чтобы так высоко запрыгнуть, нам нужен... кислородный баллон, топливный баллон. Там, насколько мне известно, его нету. Давайте сейчас мы к этой тетеньке подойдем, может, она что-то нам скажет, потому что теперь она ходит с нами. Может, что подскажет? Как-то это странно все. Ну понятно, нам надо дверь открыть. Где-то там. Может, ты нам откроешь дверь? Это никак взаимодействовать нельзя? Вау, куда пропало? Ну да, тетенька. Тетенька еще там. Разговорчивая. Как это... Неизвестной планете вид разговорчивая женщина, очень. Так. Что же делать, что же делать? Ох, ППС проседает просто, мама, не горюй. У меня сейчас около 10-12. Хотя я, честно говоря, не вижу, из-за чего это происходит. И картинка достаточно плавно ходит. Нет. Как же туда забраться-то? Лица, насколько я вижу, нету. А, стопа. Стопа, стопа, стопа. Что-то как-то это не зря. Да? Или зря? Туда нам, видимо, не надо. А вот с другой стороны там что-то было, по-моему. Зелененько горит. Я туда не допрыгну. Во-во-во. Стоям бы. Ить! Не допрыгну. Чего уж там, помирает так с музыкой.
Кстати, вот то, что здесь нет музыки, это, конечно, давит. Не зря сюда полез. Видишь, да? Яичко. Может быть, так еще можно сделать. Залезть на эти деревья, хотя тут нигде. Так, киберрука, которая очень хреново работает. Юх. Прикольно. То есть, нет бы, чтобы сразу это зарядилось. Зарядился портал. Окей. Мы не гордые. Сейчас его подвигаем. Видимо, нам его надо еще собрать в определенной композиции, так сказать. Чтобы он был таким, как должен быть. Так, вау. Так. А может и не надо. А может и не надо. Эй! Ну, чё ты, товарищ? Вот перехвалите один раз и все, и начинается. Чьи-то ноги тут были, походу. Не туда нажал. Ну, анимация, конечно, надоедает одна и та же. Могу сбить, но не могли ничего нового придумать. Что там открывается? А, ну да, мне же еще надо код ввести. Так. Ух. Такс. О, прям зеленый луч. Сразу вспоминается зеленый фонарь, где такие же лучи спускались в небо при победе над... Как там? Я не помню, как его звали. Над желтой силой, в общем. Над силой страха. Так, ну давайте... Здесь мы закончим. Я вот стану рядышком. О, почти. Смотри-ка. Почти-ка за ручки взялись. Все-таки я чувствую, нам проходить следующие пути вместе. Вот. Так что давайте пока закончим. И до встречи, ребята.